Братья и сестры, саляму алейкум рахматуллахи ва баракату. Я сейчас нахожусь, видите, в кабинете с нашим саляму алейкум рахматуллахи ва баракату. Дорогим любимым шейхом Асхатом. И сегодня вновь поднялась тема сожжения Корана вот этим вот безумцем Сальваном Момиков в Швеции. И я очень хотел бы спросить нашего дорогого шейха Асхата, как мусульманам поступать в ситуации, когда вот такое кощунственное провокационное выпады делают против Корана, сжигают, просто надругание идет на священной книге. Действия мусульман какие должны быть, дорогой шейх? Учитывая, что мы как бы не живем в Швеции и не можем повлиять на ситуацию напрямую. Бисмиллахи рахмани рахим, вассаляту вассаляму аля набиина Мухаммади ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух, уважаемые братья и сестры, уважаемый шейх Руслан, баракаллаху фикум джамиа. Ля шак, нету сомнений, что когда случаются такого рода, такие, скажем, действия со сторон врагов Всевышнего Аллаха Субхану ва Та'аля, когда сжигается священная книга Коран, речь Всевышнего Аллаха Субхану ва Та'аля, в первую очередь мусульманин должен понимать, как бы ни было ему болезненно это на сердце, но он должен понимать то, что Коран, он сохранится до судного дня. Смешно. Если даже все люди соберутся, все книги сожгут, Коран, он не исчезнет. Почему? Потому что Аллах Субхану ва Та'аля, описывая Коран, сказал: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. Quran разъясняющее знамение в сердцах обладателей знаний. Миллионы шейх Руслан Хафизов, которые от корки до корки знают Quran еще в 10 каратах и так далее. Поэтому хочу успокоить в первую очередь всех нас. Quran он не исчезнет, чтобы там голубцы не хотели бы сделать, продемонстрировать свое вот это такое, скажем, опять же, показать себя, выставить свою вот эту вот натуру, кто они есть на самом деле, и тем самым показать вот это, эти глупцы ничем не навредят Корану и не навредят Аллаху Субхану ва Та'аля, а только самим себе навредят, за это будут, Аллах Субхану дает им отсрочку, и Аллах Субхану ва Та'аля с них спросит, и если они не покаются, не вернутся к Аллаху Субхану ва Та'аля, их ждет болезненное наказание. Это раз. Второе, в таких случаях это мункер, это плохое действие, да, порицаемое. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям обучил нас и сказал: "Ман раа минкум мункар фалигайру биядихи, фа ин лям йастати'а фа билисанихи, фа ин лям йастати'а фа бикалбихи, ва залика адъафу аль-иман". Кто из вас видит порицаемый, пусть остановит это, изменит рукой. Рукой кто может изменить мункар? Правитель, отец, то есть глава семьи, да, может что-то остановить, что-то порицаемое в своей семье, вождь и так далее. Если не сможет он рукой остановить, то пусть языком остановит. Языком остановит это тот, у кого есть знание, аль-басира, посредством знаний, и знает то, что он его, аль-хамдуля, слушает, к его слову прислушивается, вот этот человек, у кого есть право голоса, так скажем, кого слышит. Если и этого нет, тогда сердцем он должен быть недоволен. Не должен быть недоволен, и все мы недовольны этим положением. Но благодарим Аллаха, субхану ва та'аля, то, что мы живем с вами не в Европе, так скажем, да, которая сегодняшний день там власти этого поддерживают, дают специальные площадки, полицейские защищают, и они демонстрационно сжигают Коран, и мы с вами живем в другой стране. Поэтому я хотел бы обратиться ко всем мусульманам и так далее. То есть есть провокация специальная, там такие провокационные, тем более мы находимся в России, он в Европе и так далее. Первое, что мы в данный момент должны еще больше распространять религию Аллаха, рассказывать, читать Коран, проводить, как мы проводим, аль-хамдулиллах, на таком международном уровне, ежегодно в Москве конкурс чтецов Корана, куда приезжают там великие шейхи, имамы мечети пророка саллаллаху алейхи ва саллям, имамы мечети аль-Харама и так далее, рассказывать про Коран, делать тафсир, аль-хамдулиллах, уроки, цитировать священные, красоту священных аятов Корана, и это нас еще чтобы подтолкнуло, чтобы мы с вами выучили Коран, и чтобы весь Коран от корки до корки был в наших сердцах. Поэтому, аль-хамдулиллах, еще раз повторюсь, Корану ничем этот голубец не навредил, религия Аллаха Субхану ва Та'аля ничем он не навредил, он только самого себе навредил. Аллах Субхану ва Та'аля скор в своем расчете. Баракаллаху фикум ва джазакум хайр. Ва фикум баракаллаху, дорогой шейх. Дорогие братья, я просто повторю слова дорогого нашего шейха. Лучшая форма защиты Корана – это учить его наизусть. Поэтому, если вы переживаете за книгу Всевышнего Аллаха, учите ее наизусть, храните в своих сердцах, храните внутри семьи, учите своих детей, своих жен. И этим Аллах Всевышний возвысит вас и откроет перед вами, иншаллах, врата рая. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.